Всем добрый день, меня зовут Константин, я менеджер компании Noise, и сегодня с вами мы поговорим про подъемный механизм Aventus HF. С появлением широких ящиков в нижней зоне кухни возникла потребность перенести горизонтальные линии также и верхний ярус кухни. Поэтому на рынок были выпущены разные подъемные механизмы, и об одном из таких решений мы сегодня поговорим. Aventus HF является складным подъемным механизмом. На рынок данный продукт был выпущен в 2005 году и по сей день остается одним из наиболее популярных решений для верхних шкафов. При использовании подъемного механизма при открывании фасад у нас уходит наверх и не мешает при работе и при перемещении по кухне. В открытом положении фасад может находиться сколь угодно долго, и также мы получаем удобный доступ к содержимому шкафа. Поскольку фасад останавливается и фиксируется в любом положении, люди разного роста смогут с комфортом пользоваться таким шкафом. Это достигается благодаря возможности регулировать пружинный блок, который лежит в основе силового механизма. Также пружинный блок обеспечивает открывание фасадов без усилий, что создает комфорт при работе на кухне. Корпус для установки Aventus HF должен иметь следующие габариты. Высота от 480 мм до 1040 мм, ширина у нас может быть до 1800 мм и глубина минимальная нам необходима 278 мм. Что касается фасадов, то мы можем использовать фасады равные по высоте, либо можем использовать еще асимметричные фасады, но при этом верхний фасад должен быть выше нижнего. Сами фасады могут быть у нас из древесных материалов, а также допускается использование алюминиевой рамки. Что касается технологии движения, которые используются с Aventus HF, то это система Blue Motion, мягкое бесшумное закрывание, и также можно поставить серводрайв. Это электрическая система для фасадов без ручки. Комплектация Aventus HF простая и продуманная. Значит, первым элементом является симметричный силовой механизм трех типов мощности. Симметричный значит, что силовой механизм можно устанавливать как с левой части корпуса, так и с правой. На силовой механизм сверху надевается заглушка, которая бывает в трех цветах. Белый, светло-серый, темно-серый. Заглушка есть левая, есть правая. На большую заглушку у нас надевается также малая заглушка. Телескопический рычаг. Их четыре типа подбираются в зависимости от высоты корпуса. Телескопический рычаг имеет прямоугольное сечение, что обеспечивает дополнительную стабильность фасадов. А теперь поговорим про петли. На верхний фасад устанавливается петля клип-топ без пружины с углом открывания 120 градусов. Между фасадами идет специальная петля с защитой от защемления пальцев. Под петли мы можем использовать как прямые ответные планки, так можно использовать крестообразные ответные планки. Для телескопических рычагов всегда используется только прямая ответная планка. Петля между фасадами имеет защиту от защемления пальцев. Работает это вот так. То есть, если попадает какой-то посторонний предмет, в данном случае мои пальцы, то при закрывании фасады просто разомкнутся, и травму мы уже не получим. В случае, если сверху мы ограничены в пространстве, то можно использовать ограничитель угла открывания. Есть ограничитель угла открывания на 104 градуса и есть на 83. Телескопическому рычагу в корпусе необходимо дополнительно 22 мм. Поэтому если внутри будет полка, как в данном случае, то необходимо, чтобы полка была на 22 мм короче внутренней глубины корпуса. Для подбора силового механизма нам необходимо рассчитать коэффициент мощности, который вычисляется по следующей формуле. Высота корпуса в миллиметрах умножается на вес фасадов в килограммах, включая вес ручки. При перемножении мы получаем определенное значение, и потом с помощью каталога
мы можем подобрать подходящий силовой механизм. А теперь на примере посмотрим, как мы высчитываем коэффициент мощности. У нас есть корпус высотой 720 мм и шириной 600 мм. Вес фасадов составляет у нас 5 кг 100 грамм. Ручки в данном случае не будет. Значит, мы умножаем высоту корпуса в миллиметрах 720 на вес фасадов 5 кг 100 грамм. Мы получаем число, которое соответствует 22-му силовому механизму. Все подъемные механизмы Aventus тестируются на 80 тысяч циклов открываний и закрываний. Это тот ресурс, которого точно хватит на весь срок службы мебели. Сегодня с вами мы познакомились со складным подъемным механизмом Aventus HF. В следующем ролике мы произведем его монтаж и регулировку. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в офисах продаж компании Noise.